Привет, ну что ж, продолжаем проходить Фаренгейт. Так, что тут у нас? Так. Мне ж надо одеться, нет? Полиция, они здесь, в отеле. Значит, надо одеваться и уебывать. Да в смысле? Подожди, а куда мне? Отвечай, Маркус, отвечай. Здравствуй. Вернусь через минуту. Нужно ответить на телефонный звонок. Святого Павла. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя. Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Маркус, в церкви есть еще кто-нибудь? Да, когда зазвонил телефон, я разговаривал с мужчиной. Это он, Маркус. Это Оракул. Спрячься где-нибудь и закрой все двери. Не дай ему себя схватить. Так заканчивается моя история. Говорят, что я слетел с катушек и не могу отвечать за свои действия. Чего, блядь? Чё за бред, нахуй? Отвечай, Маркус, отвечай! Здравствуй. Вернусь через минуту. Нужно ответить на телефонный звонок. Собор Святого Павла. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя. Лукас. Это ты, Лукас? Что происходит? Я вижу глазами Оракула. Я видел, что он идет в твою церковь. Я знаю, что он сейчас там. Но что ему может быть нужно? А что мне надо было, блядь, сделать? Блядь! Так заканчивай. Да иди ты нахуй, блядь. Где эти вариации? Типа, блядь, что я должен сделать? Типа, как поступить-то, блядь? .369. Вот оно. Типа, блядь. Или он изменился после того, как была сделана фотография, или это не он. Черт возьми, что произошло? Девочка, успокойся, я думаю, произошло небольшое недоразумение.
Мой брат в опасности. Нужно немедленно его предупредить. Отвечай, Маркус. Отвечай. Здравствуй. Вернусь через минуту. Нужно ответить на телефонный звонок. Ну, сначала было беседу выбрать, а потом... Типа, блядь. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя. Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Нет времени объяснять, Маркус. Немедленно беги, закрой двери, закрой их покрепче. Умоляю тебя, просто сделай, что я прошу. Ну, хватит, Лукас. Ну, сделай это! Все закрыл. Хорошо, я закрылся. Теперь ты объяснишь мне, что происходит. Позвони в полицию и не выходи, пока они не приедут. Лукас. Тайлер, это не тот номер. Да? Наверное, здесь на этаже есть еще один номер 369. Я не вижу, наверное, вот это. Птичка улетела из клетки. Я найду его, Тайлер. Обещаю тебе. Давай, пойдем. Ебать, он вверх ногами сидел. Вот этот человек-паук вообще просто, блядь, к стене уже может прилипать. Супергерой, блядь. Они говорят, что убьют меня, если ты не придешь. Я в старом парке аттракционов. Умоляю, поторопись, они... Думаю, ты уже понял, что я не шучу. Так что не задерживайся. Вообще, блядь. Постанова, конечно. Аттракционную. Я иду к своей смерти. Все, через что я прошел после того, как вошел в ту забегаловку, все эти события вели меня к этому. Я устал бороться. Устал все время бежать и скрываться. Я все равно проигрывал. Осталось сделать только одно. Попытаться спасти Тиффани. После этого я решил... больше не бороться со своей судьбой. Лукас! Лукас, помоги! Тиффани, она наверху американских гор. Нужно найти способ туда забраться. А можно как-нибудь, сука, ёбаную... Лукас! Да завали ты, ебало, блядь! Помоги! Мне тут борьба, сука, с камерой, нахуй. Не видишь? У нас своя, блядь. Сука, ты где там сидишь, блядь?
Серьезно? Лукас, помоги! Да завали, блядь, ебало там, нахуй. Типа, сейчас что будет? Приготовьтесь, нахуй. Будут приготовьтесь. Так заканчивается моя история. Официально это было само. Ты я понял, блять, понял нахуй. Официально ты был долбоёб, блять. Да блядь! Ты какой чувствительный, блядь! Так заканчивается моя история. Официально это было самоубийство. Какая ты хуйня, блядь! Господи, наслаждайся поездкой. Началось, да? А тут, значит, нормально, да, когда все по пизде идет? Вот и все, все кончено. Теперь остается только ждать, впрочем, недолго. Отлично, все прошло по плану. Я чувствую еще сигнал. Спинномозговая активность. Ему снится сон. Происходит там. Че, блять, брата надо разбудить? Вставай, Маркус, пора. Скорее, у нас мало времени. Лукас, ты точно хочешь идти? А может быть опасно. Маркус, нам же нужно быть готовым ко всему, так? Может, там корабль пришельцев? Или гробница древнего короля со всеми его сокровищами? Или гигантский замерзший динозавр? А что, если там секретное оружие для завоевания мира? Давай, пошли быстрее. Ангар хорошо охраняется. Нужно поторопиться, чтобы нас не поймали мама с папой.
стрелять буду! Ебать, нахуй! Не стреляйте, сэр! Мы просто дети! Мы дети Кейна! Это еще что такое? А ну марш домой! Лукас, ты с ума сошел? Нам повезло, что он нас отпустил. Если мы попадемся еще раз, он надерет нам задницы. Делай, что хочешь, Маркус. Я возвращаюсь. Так, ну и... Все, не будет поворачиваться. Ну это раз, два, блядь. И все, можно бежать. Солдат, быстро прячемся! Что-то с Маркусом не то в том происходит. Бля. Блять, там вот чувак какой-то палит. Вон тот он. Ну-ка, он вообще будет уходить, нет? Что-то вообще никакой движухи, блядь, не показывает. Вообще, блядь, никак. Чё и куда мне? Ладно, хули, попробую здесь так пробить. Мы дальше не пройдем. Этот солдат загородил нам дорогу. Один из нас должен проскользнуть и найти способ пройти дальше. Типа, что я должен сделать? Проскользнуть? Где я должен проскользнуть?
Лучше мне сначала дождаться Маркуса. Маркус уже в пути, блядь. Единственный способ пробраться в ангар незамеченными, забраться за телеграфный столб и перелезть по проводам. Это невозможно. Столб прямо у солдата перед носом. Знаю, но другого пути нет. Слушай, я попытаюсь сделать так, чтобы он отвернулся, а ты в это время забирайся на столб. Я постараюсь, чтобы у тебя хватило на это времени. Хорошо, но как ты это сделаешь? Встретимся дома. Расскажешь все, когда вернешься. По крайней мере, так мы точно узнаем, есть ли в ангаре летающая тарелка или нет. Стой, стрелять буду! Да, блядь, нахуй это тебя! Это еще что такое? А ну, марш! Дело за тобой. Эй, что ты здесь делаешь? Сэр, я ищу своего кота. Он убежал из дома. Он был на куче мусора, а потом убежал, и я не смог его поймать. Ты один из мальчишек Кейна, да? Иди домой, сынок. Не нужно тебе в такое время одному тут разгуливать. А как быть с котом, сэр? Найдем его завтра. А сейчас иди домой. Бля, я не успею. Стой, стрелять буду. Да ты заебал, блядь. Нихуя там. Расстояние, бля, ползти. Ёбаный урод. А это как вообще? Ебать. Прям поджопник.
чё? Он чё? Мёртв, владыки. Ясно. Отлично. Теперь ты должен как можно быстрее найти дитя Индиго. Осталось мало времени. Видение становится все яснее и яснее. Я почти обнаружил, где она находится. Действуй. Времени мало. Ребенок должен попасть к нам. Пророчество должно исполниться. Ты можешь идти. Когда мне позвонили, я не колебалась ни секунды. Я никому об этом не сказала, даже Тайлеру. Я знала лишь, что мне нужно было прийти на могилу Тиффани Харпер, бывшей девушки Лукаса Кейна, похороненной этим утром. Ебать, все-таки она погибла, да? Она была хорошим человеком. Не нужно было ее во все это впутывать. А вы смельчак, мистер Кейн. Позвоните мне на работу и просите о встрече, когда у вас на хвосте все копы этой страны. Такого я еще не встречала. В вашем расследовании слишком много темных пятен. Что-то он... Вы согласились с официальной версией. Еще постарел. Что-то, блядь, пришли, потому третий что раз думаете, уже что меняется. Я мог бы ответить на ваши вопросы. И кто же тогда убийца? Я не знаю его имени. Я даже не знаю, есть ли на свете кто-то, кто это знает. Все, что я знаю, он оракул Майя, который обладает достаточной силой, чтобы стирать воспоминания о себе у тех, кто его видел. Оракул действует не в одиночку, так? Он член тайного клана, который объединяет сильнейших на Земле. Их силы безграничны, и они сделают все, чтобы найти дитя Индиго. Это оранжевый клан, да? Вы уже знаете про них? Я разговаривала в психушке с одним из убийц. Он упоминал об оранжевом клане. Ах, все это невероятно. Но и его рассказ вполне логичен и соотносится с тем, что я знаю. Как вы все это узнали? Я просто знаю, вот и все. Вопрос не в том, правду я говорю или нет. Вопрос в том, поможете ли вы мне. Помочь? Зачем мне вам помогать? Затем же, зачем вы решили сегодня утром прийти сюда, не сказав никому ни слова? Потому что вы знаете, что я говорю правду. Потому что если мы ничего не сделаем как можно скорее, холод скует всю планету, и завтра уже никогда не наступит. Даже если все это правда, что мы можем сделать? Вообще какая-то солянка происходит, блядь. Если Оракул и правда обладает всеми этими способностями, как нам его остановить? Нужно найти дитя Индиго до него и спрятать ее в безопасном месте. Вы знаете, где она? Еще нет, но я ее найду. Когда Оракула посещает видение, я вижу его глазами. Если он ее увидит, увижу и я. Это просто безумие. Поверить не могу, что я здесь стою и говорю о спасении мира с беглецом, которого ищет вся полиция страны. Вы вольны выбирать, на чьей вы стороне. Можете меня арестовать, а можете довериться мне и спасти дитя. Но решайте быстрее. У меня мало времени. Что же делать? Если он лжет, я стану сообщницей убийцы и отправлюсь в тюрьму. Но если это правда, то ему нужно помочь. Ну, либо вы псих, либо настоящий герой. Ни тот, ни другой. Просто оказался не в то время, не в том месте. Его рука... Она холоднее льда. Ебать, тут сколько. Ну давай, Лука.
Лукас. Приготовьтесь сразу, так приготовьтесь, ну. Ну, такая страхоебище, блядь. Схуя ли они уже трахаются, блядь? Как когда, блядь? Чё, блядь, когда у них произошло? Ебать, вот эта хуйня ебаная, блядь. В настоящий момент почти вся просто накидывают хуйни какой-то, блядь, сверху. Была проведена мобилизация армейских частей, чтобы помочь людям найти убежище и предоставить средства первой необходимости. Но холода парализовали дороги, а из-за ураганов закрылись все аэропорты страны. Ученые по-прежнему не могут объяснить аномальные холода, которые сковали всю планету. Температура продолжает падать во всех странах мира, а власти обдумывают. Ну, мы сделали свою работу. Теперь армия должна сделать все возможное, чтобы помочь населению. Карла, тебе нужно немного поспать. Ты целых 2 дня глаз не смыкал. Для этого мне нужно согреться. Кажется, она штрахалась нам. Дышку. Бестановочно, блядь. С убийцей. Да. Карла, можно мне немного поговорить с тобой по душам? Думаю, или сейчас, или никогда. Мне кажется, что ты скрываешь от меня что-то, связанное с делом Кейна. Я прав? Угу. Да, ты прав. Я нашла его. Но думаю, что он невиновен. Я ничего не рассказала, потому что не хотела тебя в это впутывать, Тайлер. Ты на меня злишься? Нет, конечно нет. Еще я думаю, что в данной ситуации это не столь важно. Так или иначе, если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Эти, наверное, уже расстаются, да, блядь? Все у них уже. Сэм! Детка, что ты здесь делаешь? Я пришла бросить тебя. Вполне возможно, последний. Как сюжет просто резанный, на. С тобой или без тебя? Если ты меня правда любишь, уволься из полиции, поезжай со мной. Схуяли? Когда этот а где на эту тему беседа ихняя? Новой, нормальной жизни. Пришло время сделать выбор, Тайлер. Уедем. Я тебя очень сильно люблю, Сэм. Я бы ни за что тебя не отпустил. Тайлер, я так боялась тебя потерять. Я вернусь через минуту. Блять. Карла, я... Если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Удачи во Флориде, Тайлер. Все, пока нахуй, Тайлер. Приехали. Ты точно знаешь, что делаешь? Оракул, как и я, видел ребенка. Он может прийти сюда с минуты на минуту, чтобы найти ее. Нужно найти ее до него. Жди меня здесь. Я скоро вернусь. А что, больше убийств, типа, делать не надо, да? Типа, все. На этом все закончилось, да? Блять. Потрясающий просто, блять, сюжет. Вообще шикарный, нахуй. Нельзя терять времени. Я должен найти эту девочку, пока ее не нашел Оракул. Ты жопой, блять, свыше, блядь. Сэр. Пришел вперед. Вам туда нельзя. Взрослый мужик, типа, и такой, мне нужна девочка, нахуй. Вообще, блядь. Нужно сделать все быстро. Так, а ладно. На этом все.
сюжет прям вот резко стал вообще прям просто отрывистый, куски мне накидывают, бред бредом нахуй, вариаций нет никаких, где бы я не ошибся, что бы я не сделал, блядь, да, в выборе в диалогах, только одно развитие, блядь, и, наверное, несколько концовок. Ну, как эти концовки, в принципе, как-то их пойти, если... Я, в принципе, не могу ошибиться, потому что сразу, типа, гейм-овер, нахуй. Даже вариации, типа, ответов, я не то выбрал, все, блядь, гейм-овер, нахуй, переигрывать. Этого не знаю. Раньше, может быть, когда она вышла, это было что-то необычное. Хотя раньше я в нее играл, и уже тогда были проблемы с сюжетом. Я не понимал, как они так быстро... Уже, типа, потрахиваются уже вместе, и почему он так резко меняется, блядь. То есть, нету никакого, нет никакой предыстории к этим развитиям. Просто вот бац и все, вот кусок, на нахуй. Типа там уже сколько прошло, блядь. Вот казалось, мы только убегаем, да, а там, наверное, уже, блядь, месяца три нахуй прошло. С тех пор. Ладно, все, давай. До следующего раза.